Вы заметили, что на скользком крыльце количество интеллигентных людей резко уменьшается. А вы знаете, что деньги портят мужчин, поэтому рядом с мужчиной всегда должна быть женщина для снятия порчи. Мужчины, берите пример с кроликов, ведь крольчиха даже не успевает сказать, что у нее болит голова. Не надо мне предлагать 100 грамм для храбрости. Дайте сразу 400, я пойду на подвиг. Дорогой, где ты был? Я уже все больницы обзвонила, все морги, тебя везде ждут. Срочно сообщите, где купить взрывной телефон Samsung. Хочу подарить теще. Водитель-дальнобойщик так редко бывал дома, что сын стал называть его «мамин хакель». Проститутка была такая некрасивая, что дальнобойщик сначала подумал, что сбил лося. Повариха поняла, что пора худеть, когда не смогла вынуть руку из кастрюли. По золотым зубам женщины было видно, что муж у нее состоятельный, но ревнивый. Любимый, я же о тебе заботился. Когда тебе было плохо, я суп приготовила тебе. Дорогая, ты ничего не путаешь? Сначала ты мне суп приготовила, а потом мне уже было плохо. Хотел завести любовницу, но жена говорит, дорого, не потянем. Мужчины, внимательно читайте объявления на сайте знакомств. Потому что 90 на 60 на 90 может оказаться вес, возраст и рост. Федор Конюхов опять отправился в кругосветное путешествие. Хотя жена всего лишь попросила его вынести мусор. Отучить жену покупать, что попало, нетрудно. Просто начните с ней обмывать каждую ее покупку. Таджикские ученые сделали потрясающее открытие. Оказывается, земля не круглая, а черная и скрипит на зубах. Настоящая русская свадьба – хорошая возможность увидеть дальних родственников в ближнем бою. Никак не получается потратить деньги с умом. То ума не хватает, то денег. Женщина как прокуратура. Сначала заводит, потом возбуждает, а потом может и свободы лишить. Все подорожало. Проезд, бензин, еда, квартплата. Хорошо, хоть зарплату не подняли. Пенсионерка Петрова на экскурсии в музее восковых фигур 3 часа жаловалась Сталину на жизнь. Был на встрече выпускников. Кошмар какой-то. Лица обрюзгшие, небритые, все с пивными животиками. А на парней вообще страшно смотреть. Сынок, признайся, куришь травку? Папа, я твоя дочь. А вы заметили, что после того, как в Думе появился Валуев, там перестал драться Жириновский? У окулиста, какую букву я показываю? Доктор, а где вы? Жена, узнав об измене мужа, не стала ругаться, а сказала, дорогой, видела вчера твою любовницу и поняла, это не измена, это подвиг. Купил лекарство, читаю побочные явления. Сонливость, боль в глазах, шум в ушах, нервозность, бессонница, судороги, гастрит, диарея. Сижу и думаю, а может хрен с ним, с этим насморком?